Я не прав? Вы не правы, лисья. Вы уже снимаете? Да. Молодец. Прыгайте, Александр Игоревич, в водичку. Воду мы сейчас. Так, кстати, надо посмотреть, какая вода сегодня. Мы будем с тобой вообще купаться когда-нибудь или нет? Да будем, будем. Надо было с дельфинами вместе покупаться, да? Ой, точно, не говорите, Александр Игоревич. Там вода теплая, наверное, дельфин. Там у дельфинов очень теплая водичка. Ну как? Ну что, вода, наверное, больше не такая, нормально. Ну как, прохладненькая. Тепленькая, да? Так, ну посмотрим, что тут за лысая бухта. Ох, гора. Вот он я. Стою как памятник, да? Освободителю Крыма. Вот он. Рука указывает на Крым. Вода чистая очень. Смотри, какая прозрачная, да? Все нормально. Ну что скажете, Александр Ильич? Все, молодец. Ладно, хватит. В общем, все надо. Молодец. А что им делать стоять? Скажешь, ходят. Ну там хиппи потом приедут туда, будут стоять. Наверху. Не любят это дело. Это хиповать. Хиппи, да? Нет, потом приедут хиппи. Летом. И тянет потом их туда. Ну нос мой не нужен, он такой не очень хороший, поэтому. Кстати, там вроде, кажется, чуть-чуть. Вот. Это кто там в окошке? Александр Игоревич. Что же вы там делаете, Александр Игоревич? Заточили меня, понимаешь, дети. Заточили. Заточили вас. А зачем так? Ну все. Тоже интересно. Выключать. Выключать, да? На части ему так. Да. Ну давай. Давай стойку. Давай стоечку сделай. Сделай стоечку. О, молодец. Вот, молодец. Вот, молодец. Хорошо. Как пригласил сразу. Так, как это на Александра Игоревича подействовало приручение дельфинов. Да, да. Они, да, после дельфинов. После дельфинов вы решили приручить крупных хозяйство. Меня с ним это надо вместе. Крупным, да, крупным. Эти маленький, деловеденький такой, любненький. Сейчас еще половинку дадим, сейчас вроде. Да. Так, давай. Не, ну что же вы с руки кормите? Пусть дрессирует, пусть поднимайте его. Ну давай, давай. Конечно, ну, давай. Ладно, оп, молодец, молодец, оп, умница. Молодец, все, ну это уже хорошего понимал. Ну, хорошо, да. Это хорошо, мы тут живем, понимаю, да? Да. А? На биостанции мы тут живем. Да, да, биостанция это наш, видишь, сосед, можно сказать. Родимый край. Сосед наш, красавец. Угу. Ну что, достаточно, да, Александр? Да, достаточно. Только так снимать не стоит, потому что...
если она сразу выступает, надо вот так, наверное, да, лучше так меньше. Да. Сейчас его очень крупно снимать, увеличивать, потому что... Нет, нет, не поэтому. Кусочек. А, удаленный кусочек.